Дмитрий Песков уверен, что улучшение отношений Москвы и Киева мешает украинский идеологический прессинг. Пресс-секретарь нашего президента подчеркнул, что Украина очень важна для России и в гуманитарном, и в экономическом плане, не говоря уже о родственных связях и смешанных семьях. Но эмоции в налаживании контактов очень плохой помощник. Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания.